Всем привет, планета 5, инструмент, который уже не нуждается в рекламе. Ну и будем сейчас мы с вами открывать крышку зажигания, вот эту сторону, как видите, тут уже давно никого не было. Вообще давно. Как все знают, тут эта крышка четырьмя винтами крепится. Где-то, ну и один там внизу где-то. Где-то там. Сейчас поищем. Что там? Видим. Ничего мы там не увидим. В общем, для этого я взял моющую жидкость. Вот. Вернее, ее остатки здесь вот, чтобы быстро не вылетало. У меня здесь пассатижами носик сплющен. Вот. Щетку где-то я тут эту взял. Сейчас найду мою, которой я зубы чищу. Сейчас будем вот здесь вот почистить 4 места. Ну и попробуем открутить. Все это периметр смыкания, где шов этот. Вот этот я мыть не буду, хотя это на меня не похоже. Попшикаем. Ну, нормально берет. Главное, чтобы шлиц вставить. Все нормалек. Где-то вот здесь, да? В этом месте. Тут прям такая кака. Сейчас я вас приближу. Я близко вас ставить боюсь, потому что может в объектив попасть. Это самое. То, что я мою. Здесь это она. Она тут вообще середол. Наверное, где-то тут надо будет взять какую-то отвертку поковырять. Потому что вот я тру это место, а оно ни хрена, как будто замазано. Сейчас пластиком этим. Это все выскочит. А это отмыть не отмоем. Сейчас буду этой отверткой ковырять. Ну вот. Тяжелая артиллерия в ход пошла. Каканы прям такие жестокие. Меня всегда интересует состояние мотоцикла именно в скрытых местах. Это очень интересно. Потому что наружное состояние оно показывает отношение владельца к мотоциклу. Как бы такое. А внутреннее состояние мотоцикла показывает уже то, что пережил мотоцикл в своей жизни. Это как бы копнуть глубже. Вот. Где-то вот здесь вот. Это должно быть отверстие. Вот здесь. Теперь вот сразу стало видно, где это, куда оно. Куда нам отверточку вонзать? Вот. У меня осталось четвертое отверстие снизу. Его почищу я без вас. В общем, нижний винт я еле нашел под слоем грязи. Забыл, в каком месте он находится. Там
ковырял. В общем, выковырял. Есть контакт. Один винт. Гляньте, он просто новый. Просто нуляк. Второй. Ему подобен. Есть контакт. Аж крышка отошла. И задняя. Вот так. У маслица, как положено. Заднему винту. И передний с ржавчиной посередке. Как положено переднему. Вот так вот в этом месте. Всегда так бывает. Итак, момент истины. Мне самому интересно, что же мы тут увидим. Ну что, отрываем, скрываем. Ну, оно тут все легко. Я еще не смотрю туда же. Стесняюсь смотреть, ребят. Вот здесь вот так. В принципе, все красиво. Что-то какие-то вон ролики валяются. Смотрите, с цепи, наверное. Да, это цепные ролики. Кусочки, фрагменты. Так-то тут все прекрасно. Все классно. Ну, так достаточно нормально затянуто и. От руки шевелится гайка. Звезда, видно, что маленькая. На 16, может даже на 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15-зубовая звезда. Очень мощная. Заглушки все на месте. Винты, коробки все на месте, видно, что не крутилось. Вообще все классно. Сейчас поболтаем. Вторичный вал. Он вообще не болтается. А сам вал вообще не ходит. Вот цепь ходит, вал на месте. Вообще. Все в огне. Ну, зажигание здесь вообще нулячее, ребят. Просто вот, смотрите. Это просто нульс. Я просто в шоке от этой красоты. Цепу новую купим, поставим и все. Шарик, вон он там виден. Все тут в огне вообще. Сейчас все закрываем, все на место. 42 номер. Хорошо, что не 46. Эти втулочки стоят. Перед, зад, управляющие. Ну, тут вообще красота. Я уже без вас дергал коленвал, когда в прошлый раз снимал одну крышку вот эту. Он вообще не шевелится. Вообще. Ну, двигатель мы с вами как-то заводили в одном из видео. Он работает прекрасно, несмотря на то, что в этом бензобаке такой ядовитый бензин налит. Древний, вонючий. Вообще просто жесть. И он все равно работает на нем прям классно, без звука, без звона, несмотря на то, что нету резинок антивибрационных, а резинки делают свое дело. Что, ребят, вот такое видео. Эта сторона двигателя меня очень порадовала. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.